Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как научиться бесконфликтному общению с директором, с парнем, помогите, пожалуйста. В первую очередь, нужно постараться определить и увидеть, в чем заключается конфликт вообще. Ваш. С парнем и с директором. Я не понял, одно это лицо в данном случае или разное, вот, но тем не менее. Второй момент. Это то, какие чувства у вас это вызывает. То есть, в чем именно вас задевает конфликт, вот как именно вас напрягает конфликт, вот, с чем именно связан ваш конфликт с человеком. Вот. И какие у вас это вызывает чувства, ощущения, переживания и так далее. Вот. То есть тут очень важно выражать свои чувства, да, вот как-то их выразить. Тут очень важно это сделать. Вот, потому что, если этого не сделать, то будут проблемы серьезно у вас. И дальше уже, на мой взгляд, смотреть, собственно, как я могу обращаться с этими чувствами. Вот. Каким образом я могу с ними обращаться? Как я могу их выражать? Как я могу о них говорить, да, вот, могу ли я о них говорить вообще, в какой форме я могу о них говорить вообще, и так далее, вот. А сейчас ваша конфликтная ситуация, она как бы центрирована. Она центрирована на вот человеке. И от человека же как бы зависит. Вот. Но если вы сможете рассредоточить конфликт, конфликтную ситуацию, да, если вы сможете немножечко увидеть, вот, с чем связана именно ваша конфликтность, то есть, может быть, вы чего-то боитесь, да, может быть, вы чего-то опасаетесь, да, может быть, у вас что-то вызывает
страх и так далее. Вот. То я думаю, что будет легче, будет проще, будет удобно. Ну и вот такие вот коммуникативные навыки. Вот. Тоже очень важны. То есть навыки именно вот коммуникации. То есть то, как в принципе вы общаетесь с человеком. Вот. На что и куда и как нацелено ваше общение. Это очень важно. То есть, с одной стороны, решить свой конфликт, с другой стороны, научиться именно коммуницировать не для того, чтобы решить свой конфликт. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.